Два дня молодежные лидеры со всей Ульяновской области знакомились с политикой. Прошедшие выходные на базе отдыха «Чайка» прошел второй молодежный форум «Ты решаешь», организованный молодой гвардией при поддержке партии «Единая Россия». Два дня молодежные лидеры со всех уголков Ульяновской области работают на территории нашего форума «Ты решаешь», проходят образовательные тренинги, мастер-классы от ведущих спикеров, в том числе федеральных, слушают, как нужно строить команду, как работать в медиапространстве. Приехали на форум и те, кто уже давно занимается политической деятельностью. Так, например, спикер законодательного собрания Анатолий Бакаев считает, что работу форума нужно расширять, добавить в его программу теоретическую часть, активнее приглашать рабочую молодежь. Я вижу, насколько молодежь становится все более и более политизированной, наша молодежь. Вижу, что они умеют мыслить самостоятельно, имеют самостоятельные мысли. Вижу, что они готовы и повести за собой уже, во всяком случае, значительная часть из этих ребят. Очень интересные ребята, неплохо подготовлены. Всего на форум собрались около 100 человек со всех муниципальных образований региона. Возраст участников от 18 до 35 лет. Многие из них давно занимаются политикой и уже добились определенных результатов. Для других же сам форум стал первым большим шагом в политической жизни. Безусловно, каждый из них смог найти свою особенную изюминку в проводившемся мероприятии. Я на форум приехал впервые, и нас еще с самого начала вчерашнего дня встретили, разделили по командам, и мы работали в своих группах. Было очень интересно, очень насыщенно, практически не спали. Времени категорически не хватало, было круто работать со своими ребятами, мы все пообщались, подружились. Мы приехали сюда и действительно, во-первых, все сдружились, как бы это банально ни звучало, да? У нас была действительно хорошая, целостная команда. И этих команд было 6 штук. И люди могли организовать свой досуг сами. Они учились это делать, они учились развиваться сами, они учились брать и получать знания от спикеров и тренеров. И это действительно очень важно. Кульминацией форума стала деловая игра «Выборы». Каждая из 6 команд выдвинула своего кандидата, который должен был побороться за победу. Условия здесь были максимально приближены к реальным. Кандидаты вместе с их группой поддержки готовили программу, проводили агитацию и принимали участие в дебатах. По итогам голосования победил Федор Федотов из Димитровграда, набравший больше всего галочек напротив своей фамилии в избирательных бюллетенях. Я собираюсь привлекать молодежь в политику, учитывая их интересы и удовлетворяя их потребности. В первую очередь молодежь хочет общения, хочет успеха, хочет занять с пользой свое личное время и хочет дать пользу обществу. Именно удовлетворяя вот эти потребности, я и собираюсь привлекать молодежь в политику. Теперь по условиям конкурса он отправится на экскурсию в Государственную Думу, где сможет познакомиться с условиями работы парламентских политиков. Ну а все участники игрушечной предвыборной гонки войдут в кадровый резерв партии «Единая Россия». И возможно, что следующая избирательная кампания станет для них уже настоящей. Егор Цитов, Юрий Конехин, новости дня, Ульяновская правда.